Тело мужчины, унесенного течением реки в Цунтинском районе, нашли спустя 40 дней. Напомним, несчастный случай произошел на 39-м километре автодороги Агвали-Кидыро. Машина с двумя пассажирами упала в реку Андийское Кайсу с 15-метрового обрыва. Тогда водителя с авто унесло по течению, а пассажиру удалось выбраться и спастись. Все это время поисково-спасательные работы не прекращались. Накануне тело водителя было обнаружено на берегу реки жителями одного из соседних сел.